Хороший аппарат, нам очень нравится. Взамен старому в Камчатке онкодиспансер поступил новый многофункциональный аппарат для лучевой терапии. По словам медиков, оборудование позволяет проводить радиотерапию опухолей, не повреждая окружающие ткани. Радиотерапию таких опухолей, в которые очень трудно добраться с помощью аппаратов дистанционной гамма-терапии, с помощью линейного ускорителя. Это такие новообразования злокачественной природы, к которым относится рак предстательной железы, метастатическое поражение печени, куда точечно можно подвести с помощью специального приспособления иглы источник излучения. Современный аппарат значительно сокращает и сроки лечения. Если раньше на это требовалось полтора месяца изнурительной терапии, то сейчас достаточно одной процедуры. Сейчас в медицинском учреждении идет установка и монтаж оборудования. С работами ознакомился и вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов. Монтаж осуществляют представители компании-поставщика, а также с присутствием сотрудников отделения. Ну, именно чтобы на этапе монтажа уже понимать в дальнейшем, как работать с этим оборудованием. Новое оборудование стоимостью более 70 миллионов рублей поступило в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения. Информационное агентство «Камчатка».